В настоящее время в городе Баткен тонна угля достигла 7,5 тысяч сомов. Не исключено, что ближе к зиме цена станет еще выше. Пока массовой закупки твердого топлива среди жителей не наблюдается, что связывают с теплой погодой. Оттого граждан призывают подготовиться к отопительному сезону сейчас, а не дожидаться, пока тонна угля будет стоить 13 тысяч сомов, как 2 года назад. Сейчас стоимость сулюктинского угля нестабильна из-за большого объема его экспорта в Таджикистан, а также доставки до Баткена за 170 километров. Чтобы как-то регулировать ценообразование, местная власть организовывает точки продаж, но из-за дороговизны многие баткенцы предпочитают углю электричество. Кстати, с этим ситуация намного лучше. В профильном ведомстве обещают, что его ограничений не будет. В шахтах килограмм угля стоит 6 сомов. Из-за сложности перевозки до нас он уже доходит на сом дороже. Все шахты в Сулюкте частные, оттого и нет стабильной цены. Большая часть твердого топлива продается Таджикистану, и от этого цена тоже подскакивает. Сейчас в Токтагульском водохранилище объем воды превышает 13 миллиардов кубометров. Это хороший показатель. По сравнению с прошлым годом больше на миллиард кубометров. Значит, в этом году ограничений в электроэнергии не будет. Мы не допустим этого.